Re! Viss ēters ir te! Средства в госпрограмме по утеплению жилых зданий могут закончиться уже в начале следующего года. Поэтому желающим нужно поспешить с подачей заявок. Но нужно понимать, что средства для разработки проекта придется собрать за очень короткий период. Заложниками этой ситуации стали жители многоквартирного дома в Тукумском крае. Чтобы собрать деньги в срок, плата за обслуживание дома была увеличена почти в 20 раз. Счета для жителей этого дома в Тукумском крае выросли с 11 центов за квадратный метр до почти 2 евро. Из-за того, что нужны деньги на разработку технического проекта реновации, это около 12 тысяч евро. Чтобы понять, почему рост такой резкий, почти в 20 раз, жители дома собрались на общее собрание. Владелец квартиры Женувефа Акмена говорит, что не сможет оплатить сентябрьский счет, хотя изначально пенсионерка согласилась на утепление. Я не знаю. Никто нам ничего не сказал, и теперь они врут. У меня получается чуть больше 140 евро за обслуживание. Еще отопление прибавится, электричество, телефон. И мне нужно идти к врачу. Я не смогу заплатить ни копейки. Я не знаю, что буду делать. Без комментариев. Пойду искать другую работу, чтобы по счетам заплатить. Я была на том собрании и знала, что будет повышение платы за обслуживание, но я не знала, сколько это будет стоить. Один из минусов в том, что этого не предлагали раньше, чтобы скачок не был такой большой. На встречу член правления Communal Service Tilde пояснил, что деньги на проекты должны собрать в течение 6 месяцев, чтобы успеть участвовать в программе Altum, прежде чем закончится финансирование. Предоплата проектировщику ProDev уже сделана. Я полагаю, что пожилые люди не думают так наперед. Да, мы хотим жить в аккуратной, приятной среде, но когда вам выставляют счет, вы видите, что это довольно дорого. Но, уважаемые, это ваш выбор. Почему вы хотите загнать людей в нищету? Я думаю, что это вымогательство, потому что вы вымогаете у людей неподъемную сумму за обслуживание. Я хочу, чтобы этот дом стоял, чтобы он не развалился через 5-10 лет, и я имею полное право судить об этом, точно такое же, как у вас. В итоге почти все владельцы квартиры проголосовали за то, чтобы продолжить проект, так как ремонт дома больше нельзя откладывать. Вызывает обеспокоенность то, что затраты на строительство растут, и неизвестно, сколько застройщик потребует от жителей, чтобы утеплить здание. Эвел Тудукль, Марис Клуга, Олафс Першевец, Латвийское телевидение.